С четверга родители будущих первоклассников могут подавать заявление на зачисление детей в школы Твери. Например, в новом центре образования Брусилова в этом году планируют открыть 5 первых классов. Подробности прямо сейчас. 30 января во всех общеобразовательных учреждениях Твери открылась запись детей в первые классы. В Центре образования Брусилова с самого утра идет прием заявлений от родителей. Вместе с мамой пришла подавать документы будущая первоклассница Дарина. Меня будут учить читать, писать. Мы проживаем в соседнем доме, прямо рядом со школой. Нам очень удобно. Да и школа хорошая. Мы и переехали сюда именно потому, что здесь и школа прямо рядом с домом получается. Очень удобно. Сейчас еще старшего сына переводить будем. Тоже здесь хорошо. Сейчас заявления принимаются от родителей будущих первоклассников, проживающих на территории, которые относятся к школе, гимназии или лицею по прописке. Для того, чтобы подать заявление, необходимо подготовить пакет документов, среди которых копия свидетельства о рождении, копия медицинского полиса, копия СНИЛС, а также документ о прописке ребенка. Если заявление подано посредством сети интернет, то в течение 3 рабочих дней родитель должен принести в школу оригиналы документов. Вплоть до 30 июня образовательные учреждения будут принимать детей, относящихся к ним по прописке. А с 1 июля заявления от будущих первоклассников из других районов, но только при наличии в школе свободных мест.